Друзья, приветствую всех на моем канале. Я рада, что вы смотрите мои ритуалы. Пишите комментарии. Я благодарю вас за все. За донаты, лайки, комментарии, подписки на мой канал. Если вам нужна моя помощь, обращайтесь ко мне в Viber, WhatsApp. Под всеми видео есть мой номер телефона. Пишите смс, пожалуйста, если вам нужна моя помощь, потому что практика показывает, что вы, конечно, смотрите ритуалы в Ютубе, мои и чужие, других мастеров, но, конечно, проблемы у вас не решаются, все проблемы, которые у вас накопились, потому что есть очень сложные ситуации в жизни, конечно, у вас. Поэтому, которые длятся очень много лет, поэтому просто просмотром ритуала в Ютубе вы эти проблемы не решите. Поэтому я работаю, я помогаю вам, когда я индивидуально с вами работаю. Пожалуйста, обращайтесь, я вам помогу, хотя бы проконсультирую вас и скажу, где вы ошибаетесь, а потом решим. Если вам нужна моя помощь, конечно, обращайтесь. В любом случае, вы узнаете что-то новое, почему у вас проблемы. Сегодня я сделала такой вот ритуал. У меня пришла тематика «Чистка крадника судьбы». Крадника судьбы, закрытых дорог, когда вам переложили чужую плохую судьбу на вас, потому что вы мне все это рассказываете, что вы проживаете не свою судьбу. Как бы такое ощущение у вас, у многих, судьба несчастливая, потому что вам что-то сделали много лет назад, и на вас переложили все проблемы. Поэтому ваша судьба не такая, как вам бы хотелось. Нехорошая судьба, вам не нравится. Поэтому, да, есть такой момент, когда воруют вашу счастливую судьбу или ваши счастливые события в жизни, или вашего партнера, или мужа, или друга, или подругу. Бизнес воруют, любовь воруют, все что угодно. Перед свадьбой рассорки делают, женят на других, выходят замуж за других. То есть вот так вот. Это все идет крадники судьбы. Даже люди, которые мужья, жены, которые уже в браке много лет. И есть, мне пишут, что устали, например, потому что партнер или муж или жена в семье тянут энергию и нету сил жить дальше, то это тоже воровство, потому что вы проживаете не свою судьбу. С вас тянут вашу жизненную силу, вашу энергию. И удачу вашу, процветание, здоровье ваше страдает, конечно. Поэтому сегодня у меня такая тема, тема расширенная, крадник судьбы, чистка крадника судьбы и все, что с этим связано. Некоторые люди пишут, что у меня что-то там, я много разговариваю, потому кому не нравится, что я рассказываю, пожалуйста, не смотрите, зачем вы будете нервничать. Вот я такая, иногда меня прорывает, пробивает на разговоры, не просто, я же не робот, я должна что-то говорить, правильно вам? Тем более иногда есть очень интересная информация. Сегодня мы чистим крадник судьбы. Вы просто смотрите ритуал, чистим крадник судьбы. То, что на вас переложили, неудачи, несчастья, болезни. Завязали, вижу. Сюда входит и кладбищенское, потому что завязывали и ритуалами разными черной магии. Я уже просто вижу. Я чищу, вы просто смотрите, конечно, вы получите немножко, кто-то больше, кто-то меньше, по-разному, помощь от этого ритуала. Все вычистить невозможно за один просмотр. Откупы делайте обязательно. По поводу откупов я уже рассказывала в других ритуалах. Просто выбрасывайте несколько монет на перекрестке или где хотите. В поле, в огород, в сад, на тропинку, в лесу, где хотите. Выбрасывайте от себя правой рукой пару монет. Потому что вы должны оторвать негатив от себя. Хотя бы что-то. Потому что вы смотрите, бесплатно посмотрели, бесплатно
хотите все получить, а в жизни у нас бесплатного ничего нет. Поэтому что-то выбрасывайте от себя с этими монетами, вам будет проще, легче оторвать от себя негатив. Все, что делаю я, отрываю здесь от вас негатив, сжигаю. Это моя работа, конечно. Сжигаем сегодня крадник вашей судьбы, переклады судьбы, негативной кармы на вас, переклады негативной жизни на вас. Я работаю психической энергией, которую вырабатывала много лет. Все ритуалы работают благодаря моей психической энергии. Высшие силы вам помогают через меня. Завязывали на женское, руки, ноги завязывали, глаза, мороки, чтобы вы не видели, не слышали, поддавались, как кукла, как раб, рабыня, подчинялись, действовали на голову, в том числе разными методами. Методов очень много, в том числе современные. Сегодня мы это чистим. Голова гудит, просто шумы в голове, пульсация в голове, давление может быть у вас. Болит голова очень часто, кто-то меня смотрит, очень часто болит голова, потому что завязывали, чтобы вы ничего не знали. Врали вам много лет, манипулировали, кодировали, гипнотизировали, все что угодно делали, чтобы вы не понимали, что с вами происходит. Очень многие попадают, обращаются к психиатрам. Многие мои клиенты обращаются за таблетками, за лекарствами, психиатрам, психневропатологам, потому что проблемы с головой накопились. Это следствие болезни, психически это следствие очень часто, либо генетическая, либо генетика передалась вам по роду, либо это результат следствия порчи, гипноза, кодировок, программирования. Эти NLP-технологии, этим кишит весь интернет. Весь мир работает гипнозом. Для того, чтобы вы все были тупые, глухие, немые, слепые, ничего не видели, и вами легче манипулировать. Идет информация, поэтому не обижайтесь, если я говорю, кто-то кому-то не понравится. Так, голова заблокирована просто. Тупая голова у меня идет. Тупая. Такое ощущение, что вы как в паутине. Забрали у вас удачу, счастье. Забрали. Отдали вам плохую судьбу, плохую. Чтобы вы топтались на месте, ничего не делали. Потому что очень много зависит от вас. Так, я работаю дальше, дальше. Смотреть надо много раз. Одного раза вам не хватит. Голова просто заблокирована. Ноги заблокированы. Помощь свыше до вас не доходит. Не доходит просто. Так, очищаю все, что украли у вас. Судьбу украли, женскую, мужскую. Семейное счастье украли. Рассорили. Кто-то даже потерял партнера, умер партнер, партнерша, умерли, попали в аварию, умерли от заболеваний тяжелых. Внезапная смерть у кого-то была, суициды были. Вас толкают, могут быть у вас в голове, не ваши мысли, вас толкают на негативные действия, чтобы вы сами что-то делали неправильное. С собой неправильное. Вами руководят в голове, как будто бы кто-то вам диктует. Убираем. Я убираю сейчас.
Кто-то слышит голоса, шумы в голове. Гудит в голове, болит голова. Как будто бы вами руководят. Есть тоже такое. Вас заставляет что-то сделать против вашей воли. Просто смотрите, я делаю чистку. Чистим переклады судьбы, все последствия, которые негативные вы получили от переклада судьбы. Даже когда ваш партнер, муж, жена очень негативно на вас влияет в семье. Наводит депрессию, тоску. На работе этот ритуал можно смотреть. Можно смотреть. Подсиживают вас на работе, мне говорят. Да? Хотят вас убрать, занять ваше место. Очищаем судьбу, очищаю здоровье, очищаю жизнь, голову, все чакры, очищаю все чакры, в том числе энергетические центры. Методика разная у меня во всех разных ритуалах. Работаем дальше. Просто смотреть каждый день нужно. Просто смотреть много раз мои ритуалы, потому что я отвечаю за свои ритуалы и за положительный результат после моих ритуалов. Результаты у всех разные. Я работаю психической энергией. Все в мире есть энергия.
Все болезни, все неудачи – это нехватка у вас энергии, жизненной силы и энергии. Потому что вам блокируют порчами, уничтожением, магическими методами, психологическими и так далее, разными. Поэтому, когда вы смотрите мои ритуалы, обязательно нужно что-то делать, работать, действовать, не просто сидеть дома и слушать бесконечно. Потому что, если у вас нет денег, да, вам могут их дать после моих ритуалов, но это же не бесконечная, не бездомная бочка, правильно? То есть вам нужно где-то их брать на жизнь, потому что вы мне пишете, у вас нечем заплатить за чистку, но вы хотите помогать людям, да? Но у вас безденежье полное. Поэтому обращайте на это внимание, на то, что вам с неба никто не принесет. Нужно найти возможность. Если вы найдете возможность, например, пошагово. Решайте свои проблемы пошагово. Я только помогаю. Но я помогаю, бывает, я просто вытягиваю людей, которые залипают в одном состоянии на много лет. Без денег и здоровья уже нет. Я вытягиваю этих людей. Но бесплатно я не работаю. Я работаю индивидуально с такими людьми, пожалуйста. Индивидуально. Потому что, когда вы заблокированы, вы не можете полностью взять энергию ритуала. Идет информация, поэтому я так ее вам рассказываю. Это делается только индивидуально. Сразу смотрите, 2-3 ритуала, сразу смотрите мои. Ритуалы нужно смотреть много раз, потому что каждый день вам нужна энергия, да? Но та энергия, которую я даю я лично и индивидуально вам, когда с вами работаю, это другая работа. Здесь работа общая для всех. Так, ну я смотрю, уже легче стало по состоянию, даже голова стала светлее, да? Легче. В теле ощущения легче. Все мои ритуалы можно смотреть для улучшения самосостояния и состояния здоровья. Потому что во всех моих ритуалах идет энергия, жизненная энергия. Я работаю с верхним миром, высшей энергией верхнего мира. Вы должны фильтровать информацию, которую вы получаете, потому что вы очень часто смотрите в интернете, когда вам рассказывают, какие у вас будут события. В таро-раскладах вы смотрите таро-расклады, какие у вас будут события. И очень многие ждут, что эти события сами придут, и вы наконец-то дождетесь. Для того, чтобы события ускорились, и к вам пришли положительные события, что-то свершилось в вашей судьбе, нужно что-то для этого делать. То есть ваш вклад обязательно должен быть, тогда вы получите результат положительный, но может быть не тот результат, который вы загадывали в первую очередь, а будут другие результаты, а потом придет, через какое-то время вы получите то, что вы хотели. Но высшие силы сами распоряжаются, конечно. Нету такого, что вам нужно дать в первую очередь. Нету такого, как в аптеку пошел, заказал, оплатил и получил лекарство. У высших сил план другой. Как должна проходить ваша жизнь. Я только помогаю. Высшие силы вам дают помощь через меня. Так, по состоянию я смотрю.
Поэтому ваш вклад обязателен. Обязательный. Я могу сбивчиво разговаривать, потому что я работаю. Все ритуалы делаю в потоке. Иногда у меня просто нет времени сделать вам ритуал. В потоке я бываю часто. Благодарности мне за мою работу я принимаю. Я очень благодарна, кто мне высылает на развитие канала, помощь денежную на развитие канала и плату за мою работу. Потому что высшие силы меня готовили много лет. Высшие силы меня знают как мастера много лет. Так, сейчас голова еще легчает, плечи легчают. Почему я всегда акцентируюсь? Голова вот легчает, да? Потому что голова наша – это наш компьютер, который нами руководит. Поэтому что все, что у вас в голове варится днем и ночью, ваши думы, мысли негативные, депрессивные состояния, плохие мысли, постоянно очень многие из вас не отдыхают, потому что у вас идет в голове постоянный диалог. Вы постоянно с кем-то разговариваете, спорите, что-то доказываете. Очень может быть такое состояние, что вы утром проснулись, как бы и не спали, да? Потому что ваш мозг постоянно что-то вы в голове анализируете. Даже негативные мысли – это негативная энергетика, которая влияет на вашу жизнь. Поэтому я работаю энергией, чтобы убрать негативную энергию. Ее нужно убрать, выжечь, сжечь, выдавить. Как угодно можете думать. Я работаю энергией своей психической для того, чтобы состоялся этот ритуал. Поэтому я акцентируюсь на голове. Голова, да? Вы же думаете в голове постоянно, думаете головой, да? Проживаете жизнь вашу в голове. Но жизнь накладывает отпечаток. И, конечно, очень часто вас учат на разных тренингах, что нужно себе представить, как у вас будет, и оно обязательно сбудется. Не сбывается. Практика показывает, что это не сбывается. Потому что вы сами сбиваете этот настрой. У вас просто в голове много проблем, поэтому сбиваете. В жизни много проблем. Но мы все в жизни боремся с нашими проблемами. Такая жизнь. Другая причина, почему у нас проблемы. И почему у вас проблемы, да? Об этом я рассказываю, когда с вами консультирую вас, просто разговариваю. Моя консультация – это не расклад на картах. Консультацию я провожу полчаса и час. Да, вы можете выбрать время, пожалуйста, я вам скажу, но я уже консультирую вас. Я вам скажу, как я вижу вас со стороны и почему у вас проблемы. Можете соглашаться, можете нет, конечно. Я вам скажу как практик. Так, какие у вас проблемы, как я вас вижу, что вы делаете неправильно. Так, сейчас я смотрю по энергетике, вам уже легче, да? Этот ритуал нужно смотреть много раз. В комплексе с моими другими ритуалами, потому что невозможно за 20 минут вычистить все, что вы накопили за 30 лет. Ну, например, за 30, кто-то за 10 лет, кто-то за 5 лет. Смотреть можно, этот ритуал смотреть можно даже детям, животным. Во время моих ритуалов проходит головная боль уходит, боли в теле уходят. Это уже как побочный положительный эффект. Хотя я такую задачу не ставлю. Я работаю энергетически, психической энергией.
Во всех моих ритуалах обрывается связь с сущностями, с энерговампирами обрываются связи энергетические, жгуты, канаты, через которые из вас тянут вашу энергию, жизненную силу. Во всех моих ритуалах это работает. Иногда вас клонит в сон. Это нормально. Просто перестраиваются частоты в голове, в мозге. Ваш мозг реагирует на мои ритуалы, на мою энергетику. Это нормально. Реакция у вас может быть разная. Может быть сонливость, может быть бодрость. В моих ритуалах очень хорошо спать. Мои ритуалы можно посмотреть без изображения, даже без звука. Просто включили, положили рядом телефон, рядом с головой, желательно с головой. Или на декольте сюда, на грудь положили, когда вы уже спите. Можно через наушник, но тогда слушать мой голос. Если через наушник, то голос слушать. Если телефон рядом к вам, да, находится, то можно даже без изображения, без звука. Идет ритуал, идет энергия на вас, моя энергия, энергия ритуала. Я работаю. Как ощущение, как самочувствие ваше? Очень сложно изменить судьбу в несколько ритуалах, при помощи нескольких ритуалов. Это очень сложно. Но все мои ритуалы работают сразу же, с первой же минуты, как вы начинаете смотреть. Но результаты у вас могут быть разные, потому что у вас заявки разные, да? Желания ваши разные. Кто-то хочет мужа, а кто-то хочет просто подарок, а кто-то хочет новую работу, а кто-то хочет квартиру, жилье. Ну, разное, конечно, поэтому они-то по-разному ваши желания исполняются. А кто-то не может денег найти даже. Даже на чистку, да, за чистку заплатить. Поэтому, конечно, вы должны
работать с собой, что-то вы должны тоже делать от себя, какие-то усилия хотя бы приложить, хотя бы что-то сделать. Все остальное вам помогаю я, и высшие силы вам помогают. Но ваш вклад должен быть обязательно. Если вы, конечно, хотите что-то изменить в вашей жизни, а если вы хотите просто посмотреть шоу-программу в интернете, в Ютубе, да, пожалуйста, смотрите. Под чай, под кофе, да, пожалуйста, смотрите. Так, сейчас уже полегчало, я смотрю, энергетика нормальная, да, в ритуале. Ваши ощущения изменились, улучшились. Я буду заканчивать ритуал. Я рада, что вы заходите на мой канал. Когда вы смотрите мои ритуалы, вы уже под моей защитой. Конечно, частично. Я помогаю пострадавшим, поэтому кто вредит людям, пожалуйста, не смотрите мои ритуалы и не чиститесь у меня после того, как вы уже навредили многим, потому что я никого не наказываю. Есть вселенские законы, все обратки в моих ритуалах идут автоматически тем, кто что-то делал, вредил людям и мне в том числе. Это делают высшие силы. Все обратки в моих ритуалах идут автоматически туда, откуда они пришли, потому что это делают высшие силы. В том числе работает моя защита, которую мне дают высшие силы. Поняли, да? Поэтому, если у вас начинаются проблемы, вы смотрите ритуал, а у вас все равно проблемы, безденежье у вас. Обратите внимание, что вы делаете не так. Кого вы смотрите? Да, есть еще момент. В интернете есть очень много негативных ритуалов. Негативных. Я не делаю никому антирекламу. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, кого вы смотрите и что вы получаете в результате этих бесплатных ритуалов, потому что все мастера работают на разном уровне. Очень часто вы приходите ко мне уже после мастеров, после бесплатных ритуалов, в которых я не буду рассказывать подробно, что в тех ритуалах и как оно на вас работает. Анализируйте, включайте мозг, что вы смотрите и как оно на вас действует, да? После моих чисток, пожалуйста, не перепрыгивайте на другие ритуалы, потому что я за свои ритуалы отвечаю. У меня вы получаете чистку и получаете жизненную силу. А потом вы идете куда-то и ее там сливаете. А обращайте, пожалуйста, на это внимание. Я люблю вас всех. Я работаю психической энергией. Законы Вселенной я не нарушаю. Я помогаю пострадавшим. Я жду вас на моем канале. Я благодарна вам за все и желаю вам в миллион раз больше всего того, что вы желаете мне. До встречи, друзья!